SCP-093, 5-го под зеркалом. Цвет красный. SCP-093 передавался сотрудниками из рук в руки до тех пор, пока не принял новую окраску при контакте с кожей. Ремонтник вызвал у SCP-093 изменение цвета на багрово-красный и свечение гораздо ярче обычной окраски объекта. Согласился принять участие в опыте с SCP-093. По запросу доктора, ремонтнику для этого опыта был выдан. При приложении SCP к зеркалу появилась новая среда. Общей цветовой окраски не замечено, окружение состоит из красного камня. Ремонтник входит в зеркало и начинается видеосъемка. Включается видео. Ремонтник. Далее субъект рассматривает большую цилиндрическую колонну, которая вращается сама по себе. Высота колонны неизвестна. В ширину она примерно 1,8 метра. В некоторых местах колонны находятся отверстия, без видимой закономерности. Периодически из этих отверстий спускаются лучи белого света. Камера поворачивается и становится видно, что эти лучи соединяются с множеством объектов, похожих на SCP-093, которые прикреплены к стенам этого места. Место, где находится колонна, тоже цилиндрической формы и заполнено множеством копий SCP-093. Субъект поворачивается обратно к входу. Видно, что в одной части стены отсутствует SCP-093. По-видимому, именно тот, который держит субъект. Некоторые другие места на стене тоже лишены копий SCP-093, что наводит на мысль, что это место какой-то центральный узел. Субъект осматривает комнату, находит лестницу в полу и, согласно приказу центра управления, спускается по ней. Лестница ведет в большую и чистую залу, заполненную вычислительной техникой. По сравнению с техникой, встреченной ранее, это выглядит устаревшей. Крутятся и пощелкивают большие ленточные накопители, периодически на 10 секунд загорается и снова гаснет лампа неизвестного назначения. На большом мониторе раз в 5 секунд меняются слова, которых на экране 8 в ряд. Видны слова «чист», «нечист», «чист», «чист», «потерян», «нечист». Субъект идет по зале, который оканчивается большим стеклянным окном для наблюдения. За окном видно еще несколько труб, подобных виденным ранее, но эти гораздо меньше, и они заполнены синей жидкостью. Время от времени по трубам проскакивает электрическая дуга. На первый взгляд минимум 5 труб пустые и разбиты. Возле окна на возвышении находится клавиатура и приглашение к вводу. На экране видны варианты: статус трубы и поле для ввода номера. Отчеты. Ситуация X549. Ситуация X550. Журнал эвакуации. Отчет агента и план эвакуации при пожаре. Видео удалено. Субъект переписал все варианты, которые показывают какой-либо текст, что было после подтверждено сотрудником управления центра, который зашел в портал забрать результаты. Процесс занял примерно 2 часа. Видео процесса было удалено для экономии места в отчете. Полученные документы сданы в архив за номером. Видео прервано. Управление экспериментом утратило связь с субъектом примерно через 30 минут после отправки сотрудника за результатами. Субъекта попросили не уходить с места и делать наблюдение за оборудованием и хранилищем. Зеркальный портал SCP-093 досрочно превратился в отражающую поверхность. Видеосигнал от субъекта был потерян. Центр управления не мог восстановить сигнал из-за того, что SCP-093 находится по ту сторону зеркала. По истечении 1 минуты 48 секунд зеркальный портал восстановился и оттуда вернулся субъект. Он оказался полностью здоровым, но был неразговорчив. Сразу же был организован разбор эксперимента, во время которого субъект забился в конвульсиях. Была вызвана медицинская бригада. При попытке сдержать субъект он проявил недюжую силу и выстрелил из пистолета одного из сотрудников, участвовавших в эксперименте, поразив его насмерть. Охрана поразила субъекта одной пулей в сердце и другой в грудную клетку, но субъект не упал. Персонал экстренно покинул комнату. Второй выстрел субъекта ни в кого не попал. Прибывшая бригада тяжеловооруженных охранников расстреляла субъекта из автоматического оружия. Согласно отчетам, из субъекта текла не кровь, а буро-зеленая субстанция, похожая на смесь жидкости из труб и материала, полученного в третьем опыте. На время разбора всех полученных материалов дальнейшие опыты с SCP-093 приостановлены. В полевом наборе субъекта была найдена работающая запасная видеокамера, включенная после потери сигнала. Данные с этой камеры были приобщены к прочим материалам.
Все полученные с помощью SCP-093 материалы требуют допуска 4 уровня. Ознакомление с ней возможно только с одобрения не менее 2 сотрудников 4 уровня. Персоналу с надлежащим уровнем допуска следует получить у доктора доступ к материалам, добытым в опытах с SCP-093. Приходила к тебе само, подпишись на канал и нажми на колокольчик под видео.